Всем привет, приветики, канал Айки ТВ, с вами Павел и мой лучший друг Мистер Кис. Да, это я. Ребята, это я. Мы начинаем играть в новую игру «Мой говорящий Том». У нас были на обзоре «Моя говорящая Анжела», «Мой говорящий Хэнк», а теперь самый главный герой Том. Итак, мы в него играем. Давайте его откроем из коробочки. Опа! Давай. Появился Том и будем играть. Давай. А мы играем с самого начала, с первых уровней и проходим обучение. Я хочу есть. Идем на кухню. Пойдем. Пойдем. Давайте покормим его клубникой. Положи еду мне в рот. О, отлично, 100%. Дальше. Я хочу писать. Идемте в туалет. Мистер Кис, нажимаем туалет. Ой. Пис. Писает. Смотрите, ребята, писает. Ну, конечно же. Отлично, я хочу играть. Идем в гостиную. Пойдем в гостиную, мистер Кис, поиграем. Пойдем. Приласкай меня, пожалуйста. Давайте погладим животик. Давай. Я хочу спать. Том хочет спать. Ну, давайте, пройдем этап обучения. Выключи свет. Ой. Он спит. Посмотрите, как он спит, ребята. Посмотрите. Назовите своего котенка. Нет, я думаю, что пускай он будет Томом. Мне нравится это имя. Том, пускай будет Томом. Хорошо. А не какой-нибудь там другой имя. Так, мы получаем второй уровень. Замечательно. Удвойте бесплатный. Игра нам предлагает удвоить монетки. То есть сейчас у нас 50, если мы посмотрим рекламу, у нас должно быть 100 монет. Давай. Давайте удвоим. Я согласен. Соответственно, рекламу мы вырежем, чтобы вы ее не видели. Конечно же, так, вырежем. Мы посмотрели рекламу и... 100. 100. О, 100. Вот теперь мы получили 100 монет. Открыли белую шерсть, гавайский костюмчик и голубые глазки. Великолепно. Наш Том спит, давайте его разбудим. Давай. Том, ну-ка вставай-ка. Вау. Ты не хочешь вставать? Ты. Не, ну, друг, надо вставать. Мы должны же ребятам показать, как мы в тебя играем. Скажем, ребята. Так, куда мы его, ребята? В туалет. Отправим. Отправим тебя в туалет. Ну что, посиди в туалете, мистер Кис. Закрылся. Отлично, надо его помыть. Намылим его. Чего? Ты не хочешь мыться? Нет, тебя надо хочет, помыть. Хочет. Хорошенько. Где душ? Все. Все мыло надо смыть. Перейдем в столовую. Надо подкрепиться обязательно. Ну, и да. Давайте покушаем. Ну, возьмем, наверное... Нет, давайте возьмем все-таки картошку фри ему дадим. Открой рот. Вот так вот. Покушал, да? Зачем ты рыгаешь? Это плохо и некрасиво. Итак, зайдем в гардероб. У нас там что-то новенькое появилось. Глазки. Голубые 100 монет стоят. У нас пока такого количества монеток нету. Гавайский костюмчик 400 монет тоже нету. И белая шорстка. Великолепно. Денег у нас пока очень мало. Надо зарабатывать. А перейдемте в гостиную, ребята, и посмотрим наши игры. Ого-го, играя в игры, мистер Кис, ты посмотри, гол, разбей кирпичи, радуга, тут что-то новенькое, что нету ни в Анжеле, ни в Хэнке. И в дорогу, побег Тома, только вверх. Хорошо, давайте начнем с самой первой игры, с гола. Давай. Гол. Играй два игрока. Как здесь играть? Оп. Обычно. Голы забивает, все. Ой, мы забили гол, надо же. И еще один гол. Ты представил себе. Так, ну еще. А, второй матч. Получи-ка. Это Хэнк. А, он сам себе забил. Отлично. Третий матч. Оп. Здорово ты играешь. Ой, а вот так получи. Ой. А вот еще один гол. Опа, получи-ка. Четвертый матч. Ой, тут даже стадион меняется. Да, поле такое. Опа, первый матч другое. Есть.
Добили Анжели. Ой! Ой! Аккуратно! Аккуратно бою! А вот так вот, Анжелу. Я сам себе забил гол. А вот как так вот. Пятый матч. Вот так вот. Ой. Самое главное себе не забить. И еще. Опа. Есть. Шестой матч, ребята. Шестой матч. Вот это сложный. Ой. Ой, я второй мяч себе забил, так нечестно. Как нечестно? Ой, третий, я проиграл. Ну как же так? Смотрите, чтобы продолжить играть. Нет. А мы смотреть не будем. Получили всего лишь 7 монет. Всего лишь 7 монет. Удвоит. Ну, не знаю. Ну, давайте еще раз посмотрим рекламу, которую мы, соответственно, вырежем. Монетки, да, нам нужны очень и очень много, чтобы покупать всевозможные костюмы. А самое главное, еду еще покупать надо Тому. Ребята, как же, это же наш виртуальный питомец. И... чтобы он не обиделся. Так, следующую игру, которую мы посмотрим, это «Разбей кирпичики». Так, здесь все кирпич. Это разве кирпич? Это, по-моему... А, ну это как будто что? Кирпички. Подбери второй шарик. Используй шарик, чтобы разбить кирпич. Это не кирпич. Это сундук. Ой, а что-то я не так делаю. Не, все правильно. Да, бери шарики. Не, лучше по шарикам. Я не понял, как играть в эту игру. Все правильно, все правильно. Бери шарики. Ой-ой-ой. Или так. Веселая игрушка. Кирпичики. Ну давай вот так. Это мы разбили. Тут надо как-то... А вот так. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Прикольно. Конечно, я не совсем понял, как играть. Но мне уже нравится. Ну, вот так. Ой-ой. Как-то я выстрелил не очень хорошо, ребята. Нормально. Так, а вот этот кирпич. Ой, сундучок. Можно наверх, а можно и не наверх. А вот так. Получится. Сбить. Ой. Прикольно. Ой-ой-ой. Совсем не в ту сторону, наверное, я сделал, да? Так, а вот так вот если. Ага. А вот так. Великолепно. Такая игра в кирпичики, да? А как-нибудь вот так. Ой, неудачно, неудачно. Это был плохой выстрел, я понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну я уже 22 монетки заработал. Я это... вижу, молодец. Значит, хорошо? Хорошо, конечно. Я играю или как? Ну, почти. Нет, ну, хорошо. Может быть, не очень хорошо? Ну, хорошо. Не совсем плохо. Ну, да. Так. Ну-ка. Ой. Вот это был плохой выстрел. Ну, бывает. Ну, так себе. Так вот, по-хитрому. Очень хитрому. Молодец. Ой-о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 й-
Вот это я дал, ребята, вы посмотри, мистер Кис. Я вижу. Мне даже нравится. Так, удобнее сесть. Я просто играю, ребят, видите, с планшета. Ой, это я сам автомат запустил, я не хотел. Ой, это что за щит? Так, удобнее сесть и... Вау, какой-то взрыв был. Какой взрыв, я не пойму, зачем он был. Вот так, я туда направлю. Нет, мало, но мы зато собрали еще два шарика, два мячика. Давайте как-нибудь вот так вот мы. Давай. По такой траектории. Нет, надо было какую-то другую траекторию выбирать. Ну, чуть-чуть разбили кирпичей, но мало. Ну, 35 монет есть у нас. Давайте вот так, наверх. Здорово. Молодец. И мистер Кис. Как ты считаешь, я хорошо играю? Да. Вот сейчас был плохой выстрел. Плохо. Ну да, сейчас был плохой. А вообще хорошо. А давай вот так. Вот, да. Примерно я это и хотел. Так, а вот сейчас как пойдет? 23. Ой. Надо как же это разбить-то? Вот мы разбили, а то он уже скоро подойдет до красной черты, и мы проиграем. По идее, я так же думаю в этой игре сделал. Ага. Ой, он там что-то застрял. Вот это да. Посмотрите, ребята. Прикольно. Так. Ой. Опять я выстрелил как-то. А вот так вот. Ну так. Раз проиграешь. Очень. Нормально. Вот так. Мне так не сила. Да, тут я проиграл, ребята. И очень-очень быстро. Вау. Шансов у меня очень мало. А мы поиграли в эту игру, и я понял, что она мне очень нравится. Нет, давайте еще посмотрим одно рекламное видео и удвоим наши монетки. Вау! 128 монет! Великолепно! Итак, следующая игра «Радуга». Это что-то, наверное, три в ряд, скорее всего, будет. Я даже не знаю, бассейн говорящего Тома, новая игра, классическая игра. Давайте в классическую поиграем. Да. А в бассейн говорящего Тома, кстати, у нас был обзор этой игры. Было бы немножко там поиграли, чуть-чуть совсем, но поиграли. Так, шарики. Соедини три и больше шариков одного цвета соединяем. А вот так вот. И, соответственно, не дай цифрам впуститься до нуля. А. Так, а какая цифра? 14? Как нам собрать? Не знаю, как-нибудь так. Ну, мы же не можем сейчас. Жалко. Красный тогда. И... А вот. Вот. Фиолетовый появился. Ой. Так. Ой, мало. Вот сейчас. Нет. Я думал, что фиолетовый сейчас сам единица. Тогда синенький. Ну, давайте. Нажмите для активации. Но это что, бомба? Бомба. Ребят, посмотрите. Это, наверное, бомба, мистер Кис. Взрыв, все. Так, теперь красный шарик. Смотрите, у нас 9. Как нам лучше сделать? А вот так вот. Как бы его. Вот сейчас мы, наверное, вот. Красный, давай. Вот так. И все. И какой шарик у нас синий будет теперь? Давай.
Пока игра не пошла. Или зеленый. О, сколько. А что я только 4 собрал? Ведь не собираются. Так, снова фиолетовый. Ага. А вот так вот. Бомба! Снова фиолетовый. Нет, ну так нечестно, постоянно фиолетовый. Дайте другой цвет какой-нибудь. Давай! Вот. Вот. Желтый. Ну. Вот. Снова фиолетовый, фиолетовый, фиолетовый. Что так много фиолетового? Сразу два шарика с цифрками убрали. Бомбы. Это что такое? Электричество какое-то. Вот тебе бомба. Нет, это надо не тратить, Павел. Надо было оставить, конечно, я не знаю. Конечно. Зелененький пока. А вот так вот. Так не получится? Ну, так тогда сделаем. О. Ой. Теперь желтенький. Прикольно, синенькие. И фиолетовый, 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 фиолетовый. Обязательно собираем. Красных, смотрите, сколько много валяется. Буль-буль-буль. А это что такое за круговое? Давайте посмотрим. Не знаю. Не, а где фиолетовый? Ну, так нечестно. И синие. Ой, и красные, вот совсем. Желтый. Зеленый давай убирай. Вау, что она делает? По бокам убирает, что ли? Ой, красный сейчас, а... У нас красного вообще цвета нету. Я не вижу, куда он делся. Вот красный появился. Но это мало. Ой, фиолетовый. Уже заканчивается. Красный, красный, срочно. Так, давайте бомбу пока прибережем. Красный снова, фиолетовый убираем. Так, красный, ой, красный, синий. А вот зеленый давайте все уберем, 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 уберем. Соединяем, соединяем его. Сколько мы налопали. Красный теперь, ребята, убираем шарики. Так, мистер Кис. Ты мне что-то не подсказываешь совсем. Я смотрю, как ты играешь. Вот мне так скучно. Вот. Я тоже теперь хочу желтый. Поиграть. Теперь красный шарик. Так, а тут загвоздка небольшая. Что нам убрать? Ну давайте вот желтый берем. Нет. А вот так вот. Мистер Кис. Ну да. Так вот, вот, бам. Так. Так уже синенькие два. О, да. Сейчас они объединятся и вот так лопнут. Так, и фиолетовые, и красные. Не, ну это нечестно так, так много делать. Вот, вот, вот. Фиолетовые. Фиолетовые. Ой. Красный, не, ну давай убираем. Уберем, это просто было. Так, синенький, синенький. Ну, пока зеленый убираем. Желтые и синие. Ой, зеленые. Так, три хода. А если взорвать? Не, ну лучше не стало, конечно. Наверное, надо убирать фиолетовые. Давай, убирай. Вот, 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 наконец-таки, наконец-таки. Зеленый. А сколько эта игра будет продолжаться? Я уже 112 монет собрал, ребята, смотрите. 112 монет. Вау. Много. Наверное, я зря взрываю это. Давайте экономить эти взрывчатки. Нам они могут пригодиться. Ну да. Ой, так два нельзя, я забыл. Ой. Что делать? А вот так вот, поближе подойдите ко мне. И вот так вот. А теперь, если взрыв... Я наоборот закопал этот шарик. Да, это жалко. Мячик. Представляю, сейчас можно проиграть. Да, 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 не торопись, Павел, не торопись. Что я делаю? Ужас какой. Это, наверное, будет уже последняя моя игра на сегодня. Мистер Кис, как ты считаешь? Да, надо заканчивать уже.
пора. Так нельзя делать, так нельзя. Нет, нельзя. Я сейчас проиграю. Что делать? Не знаю. Фиолетовый. Нет. Давайте красный пока уберем. Нет, ну все, тут проигрыш. Я сдаюсь. Все, мы проиграли. К сожалению, все. Игра окончена. Так, сколько мы заработали монет? О, 117. Давайте удвоим, посмотрим рекламу. 117, если удвоит, это будет 1034. Какой тысячи? Чего я говорю? 134. Ты как это считаешь так? Я 200? Что сказал 134? 234. 234 да. Монет. Я вообще считать не умею. Мне нужно в первый класс идти. Или вообще детский сад. Детский сад. На подготовительную группу. Итак, ну что, мистер Кис? Заканчивай. Наш обзор игры «Говорящий Том», мой «Говорящий Том», подошел к концу. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Будьте в курсе новых серий «Мой «Говорящий Том». Удвоит. Удвоит. Опять удвоит, просит. Удвоит. Но тут 55 монеток, мы удвоим ничего не будем. И тем более наш уже обзорчик подходит алмазы! К концу. Алмазы! Посмотрите видео, чтобы получить 10 алмазов, 10 кристаллов, я не знаю. Ну, давай, посмотрим. Давай. Все равно же я вырежу, и вы этого не увидите. Да. Итак, мы заработали 10 кристаллов. Ура! Отличненько. Ну что, Том, ты хочешь спать? Давай тебя положим поспать. Ну что, ребята, будем прощаться. Пока, ребята, пока. Всем пока. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Мистеру Кису поставьте лайк. Поставьте мне лайк. Ну что, будем прощаться. Давай. Баю-бай. Пока, ребята.